Дорогие друзья, перед вами фотовыставка Николая Курыча «Моя Югра». Она посвящена традиционному образу жизни и культуре обских угров. Николай Курыч руководит декоративно-прикладным отделением детской школы искусств номер 2 города Нижневартовск, член Союза дизайнеров России. За годы поездок по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре он создал целую галерею образов коренных народов. В своих работах автор раскрывает настоящие, живые лица, рассказывает о традиционных промыслах и укладе жизни, передает скромную красоту таежных пейзажей. Фотовернисаж не оставляет зрителя равнодушным. Неудивительно, что одна из фоторабот стала победителем Международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвиш» в Республике Коми. Это выставка в фонде Финно-Угорского культурного центра России с 2012 года. Она востребована у зрителей разных регионов нашей страны. И мы уверены, ее активная гастрольная жизнь продолжится на многие годы.